Борьба трудящихся подменена борьбой за права всех разновидностей извращенцев. Что стратегическая идея будущего вырвана с корнем. Что государственная страсть сведена к нулю. Увидев призрак банка, Макбет спрашивает лордов. Кто это сделал? Не могу я здесь подробно обсуждать, кто это сделал. Но, кто бы это ни сделал, мир входит в очередную турбулентность без субъекта будущего, субъекта стратегии, субъекта развития. Иногда я сталкиваюсь с текстами, в которых обсуждается бесконечная сложность этих турбулентных потоков. Что сказать? Мир никогда не бывает прост. Он всегда бесконечно сложен по факту. А вот по идее он всегда прост. И потому эффективная модель может содержать в себе 6, 7, 8 кластеров, но не более. Идея обозрима, мир нет. Констатации сложности турбулентного мира и даже описание сложности не избавляют от необходимости моделирования. И от ответа на вопрос о том, что такое эта турбулентность, это действительно конец модерна? Тогда что по ту сторону? Постмодерн? Так он и есть смерть развития. Концептуалистика не имеет права быть всеядной. Я готов преодолевать идеологические расхождения, но война — это война. И пока мы не скажем «постмодернистский враг», ясности не будет. Пока мы не осознаем, что постмодернизм тащит за собой суррогатную архаику, тащит не случайно, а чтобы уничтожить развитие, мы будем кораблем без руля и ветрил, втягиваемым в самую чудовищную из всех турбулентностей, переживавшихся человечеством. Как только мы скажем, что есть враг, и кто союзники врага, многое прояснится. И тогда в этих сложностях турбулентного мира можно будет разобраться. Можно будет различить, где кризис, а где катастрофа. Где исчерпание, а где бифуркация? И в чем генезис всего этого? Если начнем этим заниматься всерьез, мы разберемся. Перестанем любоваться всем новым его вариативности. И установим, где действительно новый кан, а где элементарный гной. Восстановить стратегическую культуру. Опираясь на нее, восстановить стратегическую инфраструктуру мысли. Отсеять шлаки шумы. Освободиться от вирусов. Нащупать ось проблемы. Восстановить, наконец, стратегическую субъектность. Вот то, без чего никакое развитие не начнется, и никакая историческая инициатива к России не вернется. Если действительно хотим вернуть эту инициативу, найдем в себе силы для преодоления интеллектуальной прострации, сна стратегической мысли, рождающего разнообразных, глубоко вторичных и глумливо провокативных чудовищ. А сделав это, может быть, вернемся к сути своей. Часть 2.